Значит так, я сейчас аккуратно сниму скотч, и мы поговорим. Но если вы начнете орать... Кто? Сначала скажите, кто вы и где Нина? Я не знаю, где Нина. Я недавно купила у нее этот дом. Может, посмотреть документы, они в ящике в столе. Это все. Вы что, купили дом вместе с мебелью? Да. Она еще оставила. Я ничего не трогала. Я сложила все на втором этаже в комнате. Можете забрать, если вам надо, пожалуйста. Как говорится, здравствуй. Это я. Только тебя тут и не хватало. Ты как меня нашел? Я думал, ты привыкла, что от меня невозможно спрятаться. Я привыкла, что тебя нет в моей жизни. Мы уже давно все обсудили. Твой монолог нельзя назвать обсуждением. У меня другое мнение, и ты должна его выслушать. Я тебе ничего не должна. В любом случае, поговорить нам придется. Ты действительно хочешь, чтобы все твои соседи были в курсе нашей беседы? В дом я тебя не приглашу, не надейся. Неужели ты меня боишься, девочка моя? Так, сейчас. Извините, потерпите. У вас есть флешка? Что? Флешка есть в дальнем ящике. Так, хорошо. Еще. Кому бы вы позвонили, чтобы вас освободили? Подруге Ольге, а что? Давайте номер. Я позвоню ей с утра, чтобы она пришла к вам. Вы что, вы оставите меня связанной на всю ночь? Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, развяжите меня. Я никуда не побегу, никому не расскажу. Я не могу рисковать. Я должен спасти Нину. Диктуйте номер. 8-907-105-70-40. Пожалуйста, пожалуйста, не заклевайте рот. Я вас умоляю. Мне просто трудно дышать. Я не буду кричать, честное слово. Ладно, хорошо. Буду надеяться, что ваше слово чего-то стоит. Послушай, ты зря приехал. Я не хочу тебя больше ни видеть, ни слышать. Никогда. Уезжай! Тебе не кажется, что ты зарываешься? Я все оценил. А теперь давай, собирай вещи. И поехали, я тебя здесь не оставлю. Так мне что, наряд вызвать? То есть ты так хочешь поиграть? А знаешь ли ты правила этой игры? Хорошо. Я с тобой сыграю. Однако учти, девочка моя, потом, когда ты будешь горько плакать, не говори, что я тебя не предупреждал. Всего хорошего. Что-то случилось, вы нашли Нину? Я не смог. Ничего не вышло, я не знаю, где она. И телефон не отвечает.
Как вас зовут? Таня. А вас? Андрей. Послушайте, Таня, простите меня. Я вас напугал до смерти. Вы не бойтесь. Я сейчас развяжу вас и потом сразу уйду. Да вы кто такой вообще? Почему вы ищете Нину? Я ее муж. Она позвонила мне, сказала, что попала в беду. В общем, простите меня еще раз. Я правда не хотел сделать вам ничего плохого. Андрей, подождите. Постойте. А куда вы сейчас пойдете? Не знаю. Отсижусь где-нибудь до утра, а завтра попробую у Нины на работе что-нибудь узнать. А есть у нее здесь какие-то друзья или родственники? Нет. Родственников нет. Из друзей я знаю только Женю, это ее начальник, но он тоже не отвечает на звонки. У меня есть друг, айтишник. Он может определить местоположение телефона. Давайте ему позвоню. Да, Тань, что-то срочно. Я в кои-то веки решил выспаться. Так, сейчас, подожди. Номер не определяется. Да, есть еще один номер. 943-101-1520. Не, тоже не определяется. Денис, ну пожалуйста, найди хоть что-нибудь. Тань, ну что ты мне голову морочишь? Если тебя взяли в заложники, просто моргни. Единственное, что я вижу, оба номера 2 часа назад были возле городского кладбища. Спасибо. Денис, спасибо огромное. Я тебе должна вот все, что хочешь. Давай, давай, все нормально. Алексей, давление воды проверь. Вот так крипово, мои дорогие подписчики. Ваш любимый блогер Вика Пир провела эту нелегкую ночь. Так что ставьте лайки, делайте репосты и подписывайтесь на мой канал. А я обещаю вам самые свежие новости. Я конкурентов не потерплю. Ты что, вообще случайно здесь? Что произошло? Тут просто Алис. Сначала авария, потом пожар. 2 трупа в угле. Первого не знают, а вторая — это Нина Назарова. Лавбуха из Стикса. Похоронное бюро. Нина? Кошмар какой. Ладно, как опознали, что это она? Так, сумка с документами выпала при ударе. Гейтсы просто красавчики, все мне рассказали. Ты что, я знала? Тань, ты чё? Слушай, а про второй труп что-то известно? Ну, хотя бы мужчина, женщина. Если бы ты это видела, ты бы меня об этом не спрашивала. Я завтра узнаю. Тань, ты чё? Кого там усматриваешь? Да не, никого. Ладно, спасибо, Вик. Пойду. Хорошо, что вы пришли. Я просто не знал, куда мне деться. Тань, вы не бойтесь, я здесь сейчас немного посижу, а потом уйду. Вы видели, что случилось с ними? Да. Ну, надо же ведь пойти в полицию. Расскажите им все, что знаете. Возможно, эта авария не была случайной. Не, мне никак нельзя в полицию. Они не поверят в то, что я ей пытался помочь. Будут подозревать.
Так я могу подтвердить твое алиби. Простите, ваше. Слушай, давай на ты, после всего, что было, мне смешно изображать интеллигента, и ради бога, прости меня за все. Но тебе нельзя впутываться в эту историю. Дальше будет только хуже. Да куда уж хуже. Тань, прошлой ночью я сбежал из колонии. Ты не бойся, я не убийца, не маньяк и даже не вор. Сел за ДТП. Если бы он выжил, все бы обошлось, но он умер. Мне дали 3 года. 2 уже прошло. Так тебе оставался всего 1 год, ну зачем же ты сбежал? Но я же говорю, Нина позвонила. У нее был перепуганный голос. Напомнила, как на прошлую свиданку она привезла мне пару резиновых сапог. Сказала, что в одном каблуке спрятана флешка. Умоляла срочно привезти, сказала, что ее убьют. Как глупо. Потом я распотрошил сапоги и ничего не нашел. И тогда я понял, что они слушали ее звонок. Им нужна была какая-то флешка. А для Нины это был единственный способ позвать на помощь. Тебе нужна была флешка, чтобы подсунуть ее похитителям, да? Глупость, конечно. При любом обмене флешку бы проверили, но я надеялся отследить того, кто за ней придет. Нина сказала положить ее под скамейку в парке. Я положил, а сам отошел и наблюдал. Никто не пришел. Потом появился полицейский патруль, и мне пришлось уносить ноги. Слушай, может, ты скамейки перепутал? Нет. Это была наша с Ниной скамейка. Ее невозможно перепутать, у нас столько фотографий на ней. Я уверен, что Нину убили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот что. Нам нужно хоть немножко поспать, а завтра утром мы встанем и на свежую голову придумаем, как быть дальше, хорошо? Спасибо, Таня. Чего? Доброе утро всем. Ха, здорово. Привет. Что случилось? Да нет, почему случилось? Пришла вот к вам кофе попить. Садись. Спасибо. Последний пост Вики видели? Нет, еще. А что там? Да там кошмар вообще. ДТП, 2 трупа. Ты в курсе, Егор? Мы ДТП не занимаемся. Ладно, это было, как всегда, божественно. Я побежал. Тань, что ты за театр устроила? Хотела Егора расспросить? Ну, ты рентген. Ну, хотела, сама видишь, ничего не вышло. Ну и почему тебя так интересует эта авария? Понимаешь, там погибла женщина, у которой я купила дом. Аллочка, я давно знаю, что ты гений по анатомии. Ну, давай все-таки о жизни. Какие у нас планы на вечер? Мы с тобой могли бы устроить что-нибудь эдакое, но, если честно, я бы хотела ужин, мягкий диван и добрый фильм. Все, что пожелаешь. Ой, извините, мы не вовремя. Да нет, 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 все хорошо. Я уже ухожу. До вечера. До свидания. До свидания. До свидания. Алла, когда свадьба? У меня есть платье одно невыгуленное. Просто сказочной красоты. Обойдешься. Нам и так неплохо. Вы по делу или по любви? Ал, хотели узнать результаты вскрытия людей, которые погибли в ночной аварии. Ну, если можно. А вам зачем?
В машине была Нина Назарова, у которой Таня купила дом. И? Понимаешь, странно. Она попросила меня рассчитаться наличными. Я еще тогда удивилась, потому что для нашего города сумма серьезная. Вот, а потом мы узнали, что она погибла, и решили зайти. Да, девчонки, у вас прям чуйка на криминал. Я как раз к Васнецову собиралась. Авария липовая. Два выстрела и оба в затылок. Вы меня не поняли, полковник. Я ведь не прошу... Я вас прекрасно понял. А вы, товарищ заслуженный прокурор, езжайте к себе домой, в Москву, и занимайтесь там своими архиважными делами. А со своими сотрудниками я сам разберусь, без вашей помощи. Так, ух, извините, мы позже зайдем? Нет, 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 товарищ Неклюдов уже уходит. Уходит, уходит. Похлопотать о вашей пенсии. Что за хлыщ? Брянцев. Вот Брянцев, а? Ну что ж ты всегда куда-то лезешь, а? Ну что ж ты в каждой дырке, как говорится, простите. А вы? Вы, как всегда, с новостями? Мерзкими. Да, у меня других не бывает. Молодой человек, я бы рада вам помочь. Но вы не знаете ни автора, ни названия книги. Там что-то про море было, что ли. А, вспомнил. Водоросль. Водоросли. Восьмой класс. Может быть, недоросль? Ну, или так. Господи, твоя воля. Ой. Пожалуйста. До свидания. Простите, Марина Марковна, я опять опоздала. Танечка Андреевна, ничего интересного вы не пропустили. С книжками я разобралась. Остался архив с чердака и подшивка газет прошлого века. Но я не знаю, что с ними делать. Они столько места занимают, а выбросить жалко. Так, нет, выбрасывать ничего нельзя. Надо оцифровать, вот. Танечка Андреевна, а что это вы бледненькая такая? Вы не заболели? Может, вам отлежаться надо? Ну, никуда же не денутся эти газеты. Ну, если честно, я правда себя плохо чувствую, очень хочется лечь. Ну, идите отдыхайте. У меня кроме работы заняться нечем, а вы отдыхайте. И библиотека наша никуда не убежит. Точно? Точно. Спасибо большое. Ой, боже мой. Нет никаких сомнений, что выстрелы были произведены до пожара и даже до аварии. Понятно. Давай, Егор, бери это дело себе и Миронова подключай. Так, ну зачем на мне? Я сам справлюсь. Ну что, мы должны постоянно с тобой спорить? Ну что ж такое-то? Ну что ж за детский сад-то, правда? Ну просто я могу взять и... Ты должен набраться у нее опыта, а она должна... Она должна войти в коллектив, узнать местные условия получше. Мужчины, были бы вы чуточку добрее, цены бы вам не было. Понял? Ладно. Мы добрее. Молодец. Андрей, это я. Я одна, не бойся. Ну что, удалось хоть что-нибудь узнать? Да. Мне бы, конечно, очень не хотелось, чтобы ты это услышал от меня, но ты был прав. Их убили. Застрелили. Из какого оружия? Что-то саморазрядное, 9 миллиметров. Самозарядное. Это пистолет Макарова, я так и думал. А почему ты так думал? У меня был наградной ПМ. Он лежал в тайнике в кладовке, и теперь его там нет. Похоже, все было совсем не так, как я думал.
Я решил, что Нина специально наврала им, будто флешка у меня, чтобы как-то сообщить о том, что влипла. А на самом деле? А на самом деле, это они заставили ее позвонить. Они знали, что я кинусь спасать жену, и меня можно будет подставить. Ну да, вообще очень похоже на правду. Ты идеально подозреваемый. Слушай, я еще вчера хотел спросить, зачем тебе все это надо? Ты уже давно должна была, если не сдать меня, то хотя бы выгнать. Нет, я не могу. Я почему-то верю тебе и хочу помочь. Короче, сама понимаешь, из подозреваемых у нас только один. Это муж убитой Нины Назаровой. А что у нас есть на него? Только то, что он за 2 дня до убийства сбежал из колонии? Ну почему? Еще у него был наградной пистолет нужного нам калибра. Ну, тот или не тот, подождем баллистиков. Но, похоже, пистолет у Назарова никто не изъял после ареста. Жду инфу от участкового. Что думаешь, ревность взыграла? Ну, а почему нет? Сидит мужик, страдает, пока бабье вон роман крутит с каким-то додиком. У любого крышу сорвало. Как говорится, в врагах правды нет. Так, подожди, а как Назаров добыл оружие? Что, пришел домой и достал из шкафчика? Странно как-то, нет? Ах ты! Вот я идиот. Таня купила дом Назаровых. Вне зоны. Марина Марсовна, здравствуйте, это Егор Брянцев. А Таня на месте? Понял, спасибо. Ушла домой. Я это все уже как только не крутил. Не понимаю, кому было нужно убивать Нину. А если это месть? Ты же сбил человека. Да, тебя посадили, но этим его не вернешь. И вот кто-то решил объяснить тебе, каково это — терять близких. Зачем тогда второй труп? Чтобы следователь заподозрил тебя в убийстве из ревности. А что, одну жену из ревности не убивают? Только парами? Так, у тебя есть версия лучше? Предлагай. Нет. Тогда давай начнем с этой. Кто погиб от ДТП? Илья Солдатов, журналист. Знаешь, если честно, вообще прем на дурака. Даже не обставились. А если Назаров действительно здесь? Да не думаю. Если он ходил домой за оружием, то наверняка постарался сделать это тихо. Ну, полное доверие населения. Да уж. Знаешь, меня очень интересует дамская сумочка с документами Назарова. Тебе не кажется странным, что она вылетела из машины? А что странного? У меня в практике не такое было. Один раз, помню, из багажника спасной аккумулятор прямо через лобовое стекло вылетел. Прикинь. Да, но сумочка на длинном ремне, я, например, в машине такую даже не снимаю. Не нравится мне все это. Надо будет запросить в поликлинике медкарту Назаровой. Может, тогда вопросов будет. Убирает точно человек. Лене уже занимается. Черт. Черт, 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 черт. Давай наверх в комнату. Неожиданно. А что-то случилось? Ты что, на звонки не отвечаешь? Так ты мне не звонил. Зарядить забыла. Разумеется. Ну, Егор, ну прости, я же не знала, что тебе так нужно со мной поговорить. Плохие новости. Из колонии сбежал Андрей Назаров. И у нас есть серьезные подозрения, что он побывал в этом доме. В моем? Почему? Угу. Потому что когда-то это был и его дом тоже. А,
это муж Нины Назаровой? Угу. Ясно, я не сразу поняла просто. Угу. И он сидел, ты говоришь? Да. Егор, погоди, так как бы он вошел? Я же замки-то поменяла. Да, но когда очень надо, замки не помешают. Так, здесь есть вещи старых хозяев? Ну да, кое-что осталось, я там наверху сложила. А оружие в доме было? Нет, что вы. Если бы я нашла, я бы, конечно, сообщила. А потом, если он сидел, как ты говоришь, то ведь оружие должны были изъять. Да, тут тоже засада. Ну, прежний участковый закладывал за воротник, а 3 месяца назад вообще помер. А новый пока в его делах не разобрался. И баллистики молчат. Так, мы можем здесь сейчас смотреть? А, да, конечно, сейчас принесу. Не-не-не, сами. Так. Так, ну что? Попробуем взять какие-нибудь женские вещи и идентифицировать хотя бы один труп? Перчаточки дай, пожалуйста. Вот что, мужские тоже надо взять. Шанс, конечно, мало, но вдруг повезет. Про второй труп мы вообще ничего не знаем. Слушайте, у вас же сумка Нина есть. Нелогичнее взять вещи оттуда? Они свежие. Да ладно, ты... Вику я когда-нибудь эту точно посажу, а? Как всегда, все растрепало. Пожарные старались машину потушить, а не улики спасти. Сумку обнаружили уже потом. Вода и пена поработали на славу. Эксперты даже браться не стали. Понятно. Странно. Мужских вещей навалом, а женской ни одной. Ну, будем считать, ДНК Назарова у нас точно есть. Может, это его сожгли в машине? Категорически не согласен. Тут Назаров не убитый, а убийца. Подожди, Нина говорила, ее муж очень порядочный человек. Ага. Сейчас. Этот порядочный человек сбил молодого парня и смылся, оставив его истекать кровью. А мог, между прочим, спасти. До свидания. Пока. Странно то, что в доме нет не только самого оружия, но и обязательно ящик для его хранения. Ну, ничего странного, кстати. Надо было тайник поискать. Может, вернемся? Да нет, ну какой смысл? Если он забрал оружие, то что? Ящик будет пустой. А если не забрал, значит, стрелял из другого. Все в порядке? Да. А где ты прятался? В кладовке, где тайник для оружия. Скажи, а почему ты оставил человека умирать на дороге? Почему не вызвал скорую? Я бы ничем не смог ему помочь. Меня там не было, Тань. Я никого не сбивал. Не понимаю, если ты никого не сбивал, то за что же тебя посадили? Однажды вечером мне позвонила Нина. Она была в истерике. Андрей, я сбила человека, я убила его. Это конец. Так, Нина, успокойся. Скажи мне, где ты? Я сейчас приеду. Я не знаю, где я уехала. Да какого черта, Нина? Нельзя было уезжать. Ты не понимаешь, он сам прыгнул под колеса. Что мне делать? Я не хочу в тюрьму, я боюсь, если меня посадят, я умру. Так, срочно, срочно, приезжай домой. Я все решу. У меня даже вопрос не стоял, кому садиться. Нормальный мужчина не допустит, чтобы его женщина попала на зону. И ты вот так просто пошел, признался в том, что ты избил человека и сел за нее в тюрьму? Да. Боже мой. Как же ты ее любил? Да никак не любил. У нас к тому времени все разладилось, а вопрос о разводе висел в воздухе. А тут эта авария. Я просто не мог
бросить Нину в такой ситуации. О, явился наконец. Я что-то не понял, ты где шлялся так долго? Медкарту Назаровой добыл? Угу, сейчас. Наша карта отрастила себе ноги и ушла гулять в неизвестном направлении. Мы там все стеллажи перерыли. Сумочка раз, карта два. Все чудесатей и чудесатей. Да? Миронова, зайдите ко мне. Сейчас приду. Подожди, а стоматологов отработал? Отработал. Без толку. Никому из местных наша Назарова не обращалась. Знаете, Марья Ивановна, я не люблю, когда меня используют слепую, даже если это самое высокое начальство. Так что давайте рассказывайте. А что рассказывать? Все. Кто такой Неклюдов, чем вы ему насолили и почему он решил моими руками превратить вашу службу в ад? Неклюдов подлец. Больше мне сказать нечего. Если вы не хотите проблем, я могу уйти. Попрошусь куда-нибудь на Сахалин или... не знаю. А когда он туда приедет, вы попроситесь перевезти к Калининград. И так всю жизнь будете играть в догонялки. Да? Марья Ивановна. Маша, ну зачем? Не надо так, Маша. Марья Ивановна, возьмите, пожалуйста, он чистый, я его ношу просто так, чтобы он был. Да, возьмите. Ну, вы же прекрасно понимаете, что это бесполезно. И потом вам бежать никуда не надо. Вообще, вы знаете, вы молодец. Вы меня простите, пожалуйста, Михаил Викторович, я не знаю, что это, наверное, нервы сдали. Ничего страшного, у всех такое бывает, и у меня тоже. Ну, не так, как у вас там слезы, ну, бывает, а... Давайте сделаем так. Вы сейчас пойдете домой. Как домой? У меня еще дел много. Ничего страшного, завтра все закончите. И чтобы вы за моей дверью не побежали работать, я лично вас доставлю до вашего дома. Вопросы есть? Вопросов нету. Так, ладно. Я предлагаю вернуться к погибшему журналисту. Как ты говоришь, его звали? Илья Солдатов. Ну смотри, он работал в достаточно серьезном издании. Тут всякие громкие журналистские расследования у них. Но знаешь, что интересно? Начинал он здесь, в Мухине. Ну и что это нам дает? Как что? Ну, наверняка у него тут остались друзья, какие-то родственники, девушка, может быть. Кто-то захотел тебя отомстить. Я знаю, у кого спросить. У меня есть одноклассница, она все про всех знает. А уж про своего коллегу Солдатова точно. В общем... повелась я, как дура, на все эти конфеты, букет. Все-таки в женщинах неистребима страсть к романтике. Даже если эта женщина носит мундир. Ну, в романтике ничего плохого нет, даже наоборот. Да я не спорю. Некоторые мужчины этим в наглую пользуются. Я это и по делам знаю, и вот теперь еще и по личному опыту. Противно, если честно. Маш, если не хотите, можете не рассказывать. Да, я просто думаю, как объяснить. В общем, работала я над одним делом и случайно узнала о Неклюдове такое. Я не буду говорить, что, но после этого я разорвала с ним все отношения и перевелась к вам. Вот и все. Понятно. А он знает, что вы знаете? Похоже, нет. Иначе он и ко мне бы не приехал, и к вам бы не пришел. Да ладно, хватит о нем. Расскажите лучше о себе, а то я только знаю, что вы мой начальник. А это все?
кроме работы у меня ничего нет, то я даже перестал на рыбалку ездить. Да? Да. А я бы порыбачила. Мы с папой ездили иногда в детстве. Спасибо вам. Вы меня очень поддержали. Простите, что проявила слабость. Обещаю, это не войдет в привычку. Да ладно. Сразу видно, что настоящая живая женщина, а не какой-то робот в форме. Как настоящая живая женщина, я просто обязана напоить вас чаем. Зайдете? Ой, нет. Мне еще надо с документами поработать и как-нибудь в другой раз. Угу. На завтра. Теперь без проблем переснимешь все свои газеты. Ух ты, спасибо. Только потом верни, окей? Ну, конечно. Вик, подожди, скажи, ты Илью Солдатов не знала? Чтобы я не знала? Илюх крутой был. Я, если честно, до сих пор в шоке, что он так глупо погиб. Под машину попал. Я всегда думала, что его кто-нибудь пристрелит. Ты не представляешь, какие он вещи раскапывал. Слушай, а как ты думаешь, вот мог кто-то за него отомстить? Сомневаюсь. Такие спецы всегда в одиночку работают. Правда, у него был брат, но они не особо дружили. Был? Почему? Ну, я не знаю, где он сейчас. Пашку вскоре после смерти Илюхи за угон машины посадили. Не знаю, может, сейчас он уже и вышел. А адрес есть? А что ты все время расспрашиваешь? Нарыла что-то по делу Назаровой? Ну, только не делай такие глазки, что я 2 и 2 не сложу. Муж Назарова сбил Солдатова, а ты интересуешься, кто бы мог за него отомстить? Колись, я вся уши. Вик, я тебе клянусь, вот если я что-то конкретное узнаю, я тебе обязательно сообщу, хорошо? Надуришь меня, как всегда. Знаю я тебя. Адрес. Ладно. Лови адресок. Ну что, ДНК по вещам сделали быстрее, чем баллистику, но без толку. Второй труп опознать не удалось. Ну, зато мы точно знаем, что это не Назаров. Хотя я и не сомневался. Плохо другое. Плохо, что любовника Назаровой никто не знает. Сейчас поеду в СТИКС. Надо их сотрудников как следует тряхануть. Но ведь это мог быть и не любовник. Мало ли кого она подвозила. Простите, дежурный сказал, что вы занимаетесь делом о сгоревшей машине. А вы, собственно, кто? Я Валентина Кривцова, жена директора ритуального бюро СТИКС Евгения Кривцова. Мне кажется, что мой муж пропал. Присаживайтесь. Так, ну что же, рассказывайте. Понимаете, у меня мама болеет, и я больше месяца жила с ней в Суздале. 2 дня назад Женя внезапно перестал отвечать на звонки. Я испугалась, приехала и сразу поняла, что он не ночевал дома. Ну, мало ли, где он мог ночевать. Может, в командировку уехал? Да вы не стесняйтесь. Я знаю, что у моего мужа есть любовница. Они всегда у него были. Мы давно живем с ним как соседи. Мне это все безразлично. Обеспечивает и ладно. Уже не есть пунктик. Он всегда ночует дома. Всегда. Он просто не может уснуть в другом месте. Скажите, а про Нину Назарову вы что-нибудь знаете? Она тоже была любовницей моего мужа.
соседка мне сказала, что она погибла. Я залезла в интернет и узнала про второй труп. Я думаю, что в машине с Ниной мог быть Женя. Вот тут его зубная щетка. Привет. Привет. Егор велел забрать тебя к нам домой. Он считает, что тебе грозит опасность. Оль, ну ладно, вот Егор перестраховщик, но ты-то чего? У меня нормальный, безопасный дом. Сам же вчера прибегал, все проверял. Додумался же. Пришел ко мне, потому что я на звонок не ответила. Да. Я вчера тоже от него втык получила за то, что трубку сразу не взяла. Но зато хоть какое-то разнообразие, а то наша жизнь стала напоминать день сурка. Только не говори, что у вас опять семейный кризис. Мне в прошлом году хватило. Кстати, а что там по делу Назаровой? Да ничего. Ее мужа ищут, но пока не нашли. Зато какие эмоции! Сбежал из тюрьмы, чтобы убить изменницу жену. А мне вот кажется, что там не так все было. Ну, хотя я, конечно, пока не знаю как. Слушай, а может, я тебе помогу? Да нет, спасибо. Сейчас просто, видишь, не до этого. Мне нужно газеты старые оцифровать. А то я совсем работу забросила. Понятно. Ты иди, я позвоню тебе завтра, если мысли будут. Ну и пожалуйста. Ты че надо, э?